на мероприятие Кубка Кремля, вернее, участники игры, чтобы ехать, да. Специально участников игры, чтобы никогда на Кубок Кремля, на Банковский Кубок Кремля мы не приглашаем, но я уверен, что среди 10-тысячной толпы зрителей кто-то будет с передачей. Вот сейчас мы обсуждаем идею пригласить, наоборот, несколько участников Банковского Кубка Кремля, тайно, конечно, не афишируя, на передачу, чтобы они тоже посмотрели. А создавать специальную корпоративную команду из теннисистов хотелось бы? Очень бы хотелось, но мы больше умеем обслуживать клиентов в наших отделениях, чем играть в теннис. Я боюсь, что настоящую профессиональную команду мы не соберем, зато мы преданные зрители, ярые болельщики. Спасибо. Можно уточнить?